Я думаю, что шансы «Единой России» на выборах не изменятся сильно от того, что не будет плакатов с Владимиром Путиным так активно, поскольку поддержка первых лиц, прежде всего Владимира Путина и Дмитрия Медведева, есть. Выражаться только она будет не в таких простых плакатах. Вообще на этих выборах губернаторы должны будут поменьше пользоваться рейтингом Путина и побольше думать о своем собственном рейтинге. Будут просто губернаторы больше думать о том, чтобы понравиться избирателям, а не кивать только на президента.